1 июня на юге Кузбасса ожидается ясная погода без осадков. Ветер умеренный. В Прокопьевске ночью плюс 10, плюс 12, днем 23-25 градусов тепла. В Осинниках ночью 11-13 градусов выше 0. Днем плюс 24, плюс 26. В Мысках ночью плюс 10, плюс 12, днем 23-25 градусов тепла. В Междуреченске похожая картина погоды. В Шерегеше ночью плюс 9, плюс 11, днем 21-23 градуса выше 0. Ветер до 15 метров в секунду. В Новокузнецке во вторник будет солнечно. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем до 26 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Слабые геомагнитные возмущения.